В поликлиническом отделении Урупской центральной районной больницы провели капитальный ремонт. Это стало возможным благодаря спонсорской поддержке и личному участию депутата Государственной Думы от Карачаева-Черкесии Расула Баташева. Также большую помощь в финансировании и организации работ оказал депутат парламента Карачаева-Черкесии Анзор Баташев. Из поселка Медногорский репортаж Светланы Акбаевой. Главный врач Урупской центральной районной больницы Лариса Чернозюмова с нескрываемой радостью показывает гостям капитально отремонтированный фойе и светлые просторные кабинеты поликлиники. Все началось в феврале этого года, когда депутат Государственной Думы Расул Баташев с рабочим визитом посетил самый отдаленный район Карачаево-Черкесии Урупский и встретился с населением. Тогда и была озвучена главным врачом Урупской центральной районной больницы давняя проблема, требующая серьезных финансовых вложений. Речь шла об острой необходимости в ремонте фойе поликлиники в поселке Медногорском. Депутат Расул Баташев не только откликнулся на просьбу, но и поручил начать капитальный ремонт всего поликлинического отделения больницы в ближайшее время. Старый кафель, покрашенные масляной краской неровные стены и коридор, который не ремонтировали десятилетиями – все это теперь уже в прошлом. За короткое время, благодаря спонсорской поддержке Расула Баташева, здание поликлиники изменилось до неузнаваемости, говорит главный врач учреждения. Хочется выразить слова благодарности депутату Государственной Думы Баташеву Расулу Борисовичу. Хотелось бы, чтобы его забота, внимание, тепло, которое он отдает людям, вернулось ему, его близким, его родным, ему роду, чтобы его дети были счастливы, здоровы. Хочется также к этим словам благодарности присоединить слова благодарности нашему местному депутату Баташеву Анзор Азрет Алиевичу, который присоединился к объему выполняемой работы и сделал нам тоже 3 кабинета. Помимо капитального ремонта всего холла, были заменены на пластиковые окна и двери. Уложен кафель, штукатурены стены, установлены натяжные потолки. В некоторых процедурных кабинетах сделали перепланировку. В общей сложности отделочные работы были произведены на территории более 500 квадратных метров. Кроме того, особое внимание уделили освещению медицинских помещений, канализации и системе отопления. По словам главного врача ЦРБ, организацией всего процесса и контролем за качеством производимых работ добросовестно занимался депутат парламента Карачаево-Черкесии Анзор Баташев. И совсем скоро в поликлинике, рассчитанной на 350 посещений в смену, необходимые медицинские процедуры будут проводить в комфортных современных условиях. Обращаемся часто, потому что есть маленький ребенок, а с маленькими детьми приходится издавать анализы, посещать педиатра. А о том, что сделали ремонт, конечно, мы обрадовались, потому что состояние было, конечно, не очень удовлетворительное. Теперь все красиво, чисто, аккуратно. Мы рады. Расул Баташев осмотрел отремонтированные помещения поликлиники, поинтересовался у руководства больницы, какие есть другие насущные проблемы. Также он посетил отделение Урупской ЦРБ, пообщался с персоналом, поинтересовался самочувствием пациентов. И кормят нормально, и смотрят нормально. Они заходят на больницу. Больница нам очень нужна. Видно, что на самом деле и главный врач больницы, и заведующий все на своих местах. Вот, зашли в несколько палат, больные довольны. Вот, нам никто не показывал дверь. Я сам открыл первую попавшуюся дверь, которая мне понравилась. Вот, и внезапно как бы зашли, спросили больных. Они довольны и питанием, и лечением. Вот, сами прошли по коридорам. Все не просто как бы вот, а красиво или это. Самое главное, все чисто, все аккуратно, все содержится в надлежащем порядке. В начале этого года больница перешла под юрисдикцию республики. Из муниципального стала государственным предприятием. Больница будет только развиваться. Как вы видели, приезжает депутат Государственной Думы Баташев Расул Борисович, который также личным участием помог в восстановлении нашей больницы и продолжает оказывать помощь для того, чтобы в нашей больнице, самой отдаленной от республиканского центра, оказывала всесторонняя помощь для наших граждан. После личного осмотра Урупской центральной районной больницы Расул Баташев пообещал продолжить капитальный ремонт еще в 5 кабинетах этого лечебного учреждения, которое, кстати, в этом году отмечает 45-летие со дня открытия. Светлана Акбаева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район.